Кафе, бары и рестораны возобновили полноценную работу. Сегодня заведения начали принимать посетителей в помещениях, а не только на открытых летних террасах. Правда, работать они будут со многими ограничениями. Основные правила, которые должны соблюдать заведения общественного питания, знает Нарина Щеглова. Посидеть в кафе большой компании не удастся. Разрешено не более 4 человек за столиком. Кроме этого, нельзя пошуметь и повеселиться. Запрещены все публичные мероприятия, праздники и мастер-классы. В кафе и рестораны нельзя зайти без сотрудника заведения. Также запрещена работа детских зон и буфетов. Согласно новым правилам, запрещено готовить еду на открытых кухнях. Кафе и ресторанам необходимо предлагать одноразовое меню и посуду. Многоразовые тарелки и приборы разрешены лишь в том случае, если их промывают кипятком. Официанты говорят, что в заведениях стараются соблюдать все правила. Регулярно проводят влажную уборку, носят маски и перчатки, дезинфицируют меню и столы. Каждому гостю мы даем антисептик. По желанию, если гости хотят, мы носим блюдо в одноразовой тарелке, ну, в одноразовой посуде. А так, в принципе, меню у нас есть на всех столах, сканеры, можно отпечатать, если люди не хотят трогать, ну, общее меню получается, то все есть в электронном виде, все могут посмотреть. Отличаемся, как полагает карантин. Расстояние между столами и стоим в масках, перчатках, служим гостей. Регулярно вытираем столы. Ну, антисептическими средствами. Меню мы тоже протираем после того, как гости выдаем, протираем и забираем, гости тоже протираем. Тем не менее, в первый день послабления ограничений в кафе и ресторанах желающих пройти в помещение считанные единицы. На улице выпить кофе с круассаном намного приятнее, ведь столбики термометров поднялись до 22 градусов. Да и в четырех стенах и так все засиделись.